Всем, ребят, привет! Сегодня выехал на очередной коп. Копаем мы сегодня вдвоем с Юрцом. Всем здрасте! Приехали мы на одно место, пробежались по округе, и здесь очень много дымовых ям. Очень много дымовых ям, причем взорваны. Мы по ним пробежались, в принципе, сопуточка у нас там с Авдепина, но и встречается, конечно, керамика более позднего периода. И мы хотим продолжить старые разработанные шурфы в надежде найти какие-то вещи, которые просто-напросто не выкопали или просто не заметили при прозвонке, потому что много случаев бывает, что при шурфе пропускают сигналы. И вот здесь вот мы прошлись, и просто мы видим вот отсюда вот с десяток взорванных шурфов. Много дымовых ям, которые вообще не тронуты. Я вам сейчас немножко покажу на пару примеров дымовых ям. И сами начнем разрабатывать. Деревня старая, вот здесь подымали и царские монеты. Вот, она известна, но все же я про нее ничего не буду говорить, про название. Каждый, наверное, комрад в курсе про эту деревню. У нас небольшой дождик идет. Вот. Так что сейчас мы пробежимся по дымовым ямам, а там посмотрим, что. Ну ладно, смотрите. Итак, направляюсь я к одной из дымовых ям, которые взорваны. Вон там он у нас тоже имеется взорванный фундик. Вот еще столб остался, а длина от него дождь моросит. Вот, вот один из фундов. Размеры, конечно, колоссальные здесь фундиков. Прям потрудились на славу, такие огромные площади делали. Вот, и мы хотим пробежаться здесь, посмотреть. Вот такие здесь вот встречаются находки. Вот, в основном все советское у нас здесь. Бутылочки и все остальное. Но, как вы знаете, среди всего именующегося может быть и попадаться цари. Так, вон у нас еще один взорванный. Затем чуть правее еще один взорванный. А еще... В общем, яма на яме. Интересно то, что вон в поле пасутся лошадки, а до ближайшего населенного пункта 10 километров по полю. Я даже не знаю, откуда эти лошадки здесь. Я вот предполагаю, что начну где-нибудь копать около сирени. Тоже возьму взорванный шурф, дабы неохота мне вскрывать целину. Вот. Так что, наверное, здесь остановлюсь или чуть-чуть туда смещусь. Ну ладно, находки будут, вы об этом узнаете, смотрим. Итак, ребята, разрабатываем мой старый шурф с Юрцом. Он с одной стороны, я с другой. У меня монета первая. И это у меня монета 10 копеек. 10 копеек. В квадрате или же рамочник 55 года, ничего особенного. Вот такая вот лабуда. Ладно, продолжаем. Итак, у меня находка очередная. И вот они, на свет появились 2 копейки. И это у нас тоже 1955 года. Ничего такого. Обычная находка. Ладно, ладно. Продолжаем. Итак, снова у меня находочка, и снова это у нас советик. Совет. Так. 10 копеек в квадрате. Год, к сожалению, я вам не скажу. 38-й вроде. А до этого я вам говорил 15 копеек в квадрате.
Вот в таких вот мы кустах швыряемся, кусты сирени, прям под корнями. У юрца тоже находка, тоже советики, 20 копеек. Ну ничего особенного, ничего. Продолжаем. Так, находка. Находку я выкопал, очистил. И вот такое вот у нас обручальное колечко. Алюминиевое. Ой, медное. Ничего такого нет. Ну и до этого поднял копеечку с большим окислом. Ничего интересного. Я ее даже и снимать не хотел. Ну ладно. Вон у нас там он юрец. Чаепитие у него. Сейчас я вам покажу, что он пока раздобыл. Вот такой вот фундамент остается после людей, которые просто-напросто из недр земли все необходимое выкидывают и все, что нужно, собирают. Большое количество советского мусора, банки, склянки и прочее. И такая лабуда у нас на каждом фунде. Интересные бутылочки, правда, здесь встречаются советские. Всякие дезодоранты, одеколоны. Да, все-все-все встречается. Видно, царское все с собой забирали. Ну а так, копаем в таких местах. Продолжаем. Так, решил заснять юрцовые находки. Самое что интересное, поднял он с этого шурфа Александра II. Одна копеечка. Год 1850. Какой-то непонятный. Две двадцатки 40-х годов. 57-я, тут 40-я. И колечко. Вот пока у нас вот так вот. Не густо. Не густо. Еще у нас оттуда вон в нашу сторону дует ветер. И прется вот это вот противное мерзопакостное облако темного цвета. Ну ладно, интересное будет, обязательно покажем, расскажем. Итак, ребят, с юрцом мы решили переехать на другое, на другую деревню. Преодолеваем брод. Проехали по полю, наверное, 3 километра, и начинается следующая деревня. Если что-то интересное будет, мы здесь задержимся. Если нет, то отправимся еще, наверное, на километр туда, вглубь деревни. Вот, и посмотрим, что у нас там получится. Ну а так, ладно, продолжаем. Итак, ребята, был сигнальчик очередной, повторюсь, очередной. Вот попалась у меня вот такая подкова. Я бы ее не снимал. Не снимал. Но решил заснять в связи с чем. Вот смотрите. Раз, два, три, четыре. Четыре подковы. То есть здесь разулась лошадь. Интересно, конечно. Интересный, конечно, результат тем, что я подковы никогда целые не находил. А тут, смотрите, что. Между прочим, перчатки здесь вот шурфили. И перчатки вот такие девчачьи. Я даже представляю, кто. И это Серега, привет, если ты меня смотришь, и твоей жене. Твои перчатки, твоей женушки нашлись. Вот они, она, походу, их забыла. Вот такой вот результат. Результат вроде ничего, неплохо. Наверное, с находок у меня пока хрень всякая. Вот такой вот у меня, наверное, сегодня будет изюмина. Изюмина моего копа. Пусть и шмурдячная, но все же. Четыре конины в очень хорошем состоянии. Достойный результат. Достойный.
кто-то много занимается этими вещами, у кого руки из того места растут, делают из них добротные сувениры. И вот думаю я взять, может, у меня когда-нибудь руки дойдут. Классно, классно. Ну ладно, продолжаю. Итак, наконец-то у меня монета. Монета зачетная. Вообще классная монета. Это у нас царь. 1 копейка. 1914. Сохранчик просто сногсшибательный. Вообще классная монета, зачетная. Вот такая вот штучка. Класс, 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 класс. Забираем. У меня хороший был сигнал, очень хороший. Копнул, и выпала у меня вот такая вот лабуда. Я сначала не понял, что это такое. Ну, достаточно интересная штучка. Смотрите, что я такое впервые вижу вообще. Вообще, не знаю, я такой в первый раз действительно вижу. У нас имеется, это, наверное, от медали или от ордена, что-то в этом роде. Сейчас посмотрим поближе. Смотрите, какая штучка. Якорь с топором. Здесь вот у нас ушко. Это значит, было еще продолжение. Наверное, лента была или что-то в этом роде. Или, может, от медали. Ну, классная вещица. Кто знает, подскажите. Потому что я действительно в первый раз такую вижу. Есть пуговицы с такой символикой. Но вот такая вот штучка. Первый раз я вижу. Вот такая зачетная. Классно. Я рад сегодняшней находке. Тем, что она вот такая диковинка. Ладно. Отправляется она в кармашек. Продолжаем. Итак, ребята, ведь тут у меня какое-то просто напасть. Только что я вам показывал якорь с топором. И в следующей ямке я еще не успел присыпать соседнюю. Выпала вот такая вот пуговка. Очередная пуговка с якорем и топором. До этого я поднял от медали или что-то в этом роде, непонятно. Именно с такой же символикой сейчас достану. Вот, смотрите, какая штука. Вот такие вот вещи в соседних ямках оказались. Вообще зачет, зачетно. Позвал я сюда юрца, а то юрец ходит там. Трава высокого, не получается у него ничего по такой траве. Позвал к себе, говорю, сигналы здесь есть. Немного, но, как вы видите, неплохие. Ладно, ладно. Юрец, помахай ручком. Вот это наш юрец. Тоже человек болеет этим делом. Ездит хрен знает куда. Наматывает очень большие километражи. Жгет очень много горючего. Ну ладно, продолжаем. Итак, ребята, у нас юрец домой собрался. Я тоже, может, полчасика, часок похожу. Погода позволяет. И вот он как бы расстроился тем, что находки у него не особо. Вот, но все же есть у него находки. Вот 4 монеты он поднял. 2 двадцатки в квадратах 40-го года и 57-го года. Затем вот такой царик неплохой. Сохранчик тоже здоровский, 1850 какого-то года. Вот. Ну, добротный. Почистить будет хороший. И вот такая вот лабуда, наверное, десяточка с автепелем. Гильза очень интересна тем, что здесь имеется у нас надпись.
довольно-таки интересная. И вот он ее взял. И колечко. И колечко обручальное. Вот и все. Вот все, что у него с находками сегодня. Вот. Так, сегодня мы в основном катались, искали место, где покопать. Копали мы сегодня в трех местах. Вот это вот в данном случае у нас получается третья. Вот там не особо у нас не задалось. И мы переехали сюда. Так называемая местная мусорка. Ну ничего, как вы видите, у меня находки вроде одна за другой выскакивают, довольно-таки интересно. Ну а так ладно, продолжаем. Итак, у меня монета. Монета. Наконец-то у меня монета среднего размера. Вот она у нас монетка. Что это у нас пока не видно? Непонятно. Черная. Берем, смотрим. Так. Вот, хорошо очищается. Это у нас 2 копейки. Царица полей. Вот здесь здорово вообще. Сейчас год, скажем. 1812. Вообще. Сохранчик вообще такой. Такая зелень классная. Зачетная. Между прочим, на той копеечке тоже так же. Здесь черная. А с другой стороны прям зеленая. Чистая патина такая изумрудная. Вообще зачетная. Вот такая вот царица полей у нас вышла. Классно, правда затерта. Ну ничего страшного. Зато царь. Забираем. Забираем. Сейчас еще немножечко покопаем. И, наверное, будем собираться домой. Кусты огромные. Копать очень тяжело. Вызванивают что-то. Но все же находки у нас, как вы видите, присутствует. Ладно, продолжаем. Итак, ребята, сегодня мы копали в трех местах. На одном месте было более-менее, но Юрий почему-то не понравилось. Вот, мы переехали на другое место. На том месте у нас совсем не получилось. И потом переехали вот в данном месте вот такое вот местечко. Вот, кто меня знает, это место сразу узнает. Ну, в общем, здесь мы покопали, находки были. И сейчас вы узнаете вместе со мной и с остальными, как у меня сегодня по находкам. По находкам я считаю, что не особо и хорошо, но без находок не остался. Так что сейчас мы посмотрим, что у нас получилось. Ну и домой, пока светло. Ну а по находкам у меня получилось вот как. Вот такой вот у меня комплект подков. За все копы у меня ни раз целых подков не было. А это в одной ямке, грубо говоря, в одной яме находились вот такие вот 4 подковы. Классные подковы. Вот зачетные. Я их, конечно же, заберу. Может, что-нибудь в будущем, когда делать нечего будет, что-нибудь я из них и придумаю. Ну а так, ладно, заберем их. А по шмурдику колечко. Канина. Еще одна канина тонкостенная. Ломбочка. Я их, в принципе, не собираю, но для отчета взял. Собираю только имеющиеся двуглавые орелы или царская символика. Вот такая пуговка какой-то имеется рисунок. Такая пуговица, к сожалению, убитая, с якорем и с топором. Вот такая вот лабуда интересная. Возможно, это у нас петлица. Вот, возможно. Но я все-таки сомневаюсь. Если кто-то точно может сказать, подскажите, что это. По царям. Вот такая двушка зачетная. Вообще классная. Правда, с одной стороны у нас затерта. Но с другой стороны вообще
шедевр такой вот. Красивая зеленая патина 1812 года. Такая вот классная, зачетная. И копеечка, тоже шикарная такая. Сохранчик вообще классный, с одной стороны черная, а с другой стороны, смотрите, тоже зеленая. И очень хорошего качества. Двуглавый орел, проглядывается вся символика на нем. Зачетная. Ну и советы, конечно. Двадцатка 62-го, пятнашка в квадрате, еще одна пятнашка в квадрате, две двушечки, тоже из того же разряда в квадрате, двушка 1955 года и две копеечки. Вот такие вот у меня сегодня находки, не особо. Получается у меня 9 монет. В принципе, зачетно. Ну вот, считая то, что мы копали в очень убитом месте, трава здесь по шейку, пришлось выискивать те места, где у нас отсутствует высоченная трава. Вот. Ну, все же, находки у нас были. Так, ребят, закончу я свой выпуск. Надеюсь, вам понравился мой выход сегодняшний. Гуляли мы, как обычно, по родным просторам, далеко никуда не ездили. Если вам понравилось, ставьте пальцы вверх, комментируйте мое видео. Кто не подписан, подписывайтесь. Вот и все. Всем удачи на копе. Побольше хабра, кладов, сигналов хороших. Ну и здоровья, самое главное. Все, всем пока и удачи.